Всем привет! С вами Информ-ТВ. Алла Данько, советская и российская телеведущая, журналист, диктор телевидения и педагог. Она является заслуженной артисткой России. Родители Аллы развелись, когда она была еще школьницей, а отец ушел к другой женщине. Во второй семье у него родились два сына. В школьные годы девочка активно участвовала в самодеятельности. Играла в школьном театре, читала стихи, пела, хорошо писала сочинения. Она подумывала о факультете журналистики МГУ, однако ее мама считала, что дочь обязана стать врачом. Среднюю школу закончила золотой медалью и под влиянием матери поступила в медицинский. Она с успехом его окончила и затем училась в аспирантуре при Академии наук. Далее работала младшим научным сотрудником. В 1975 году она все-таки решила попробовать исполнить свою мечту и пошла на конкурс на место диктора. Ее приняли, и она стала работать на центральном телевидении. В Останкино она вела много передач – информационные, музыкальные, спортивные. Это были «Добрый вечер, Москва», «Мамина школа», «Московские новости» и многие-многие другие. Сейчас она преподает в Высшей национальной школе телевидения и является членом Союза журналистов России. Женщина трижды была замужем. Первый раз вышла замуж во время учебы в мединституте. Супруг впоследствии стал врачом. К сожалению, брак продержался всего лишь год. Второй муж, Валерий Корнилов, был инженером. Она вспоминала, что до брака Валера долго за ней ухаживал, но они оказались людьми из разных сфер. Он технарь с инженерной профессией. Поначалу он даже гордился, что встречался с Аллой. Известная девушка и видная. Когда они познакомились, она уже работала на телевидении. Его настойчивость и самоотверженность ее все-таки зацепили. В этом браке родился сын Василий, которому она дала имя в честь своего деда. Но семейная жизнь с Валерием не сложилась. Муж стал комплексовать из-за известности супруги. В итоге, прожив в браке 3 года, Алла забрала ребенка и ушла. Интересно то, что экс-супруг с тех пор с сыном не общается. Сын Василий был женат на девушке по имени Ольга. Она по первому образованию медик, потом училась у Аллы в школе телевидения «Метро». У пары родился сын Игорь. Кстати, впоследствии Ольга ушла к миллиардеру Николаю Саркисову. После разрыва с Василием Оля не препятствует тому, чтобы он и Алла могли видеться с малышом Игорем. В 90-е Данько вышла замуж 3-й раз, тоже за инженера. После 3 лет и этот брак распался. Алла Данько до сих пор страдает, что в личной жизни ей не повезло и не получилось найти достойного человека, которого бы она не только любила, но еще и уважала и на которого могла бы положиться. Раньше она ждала, а вдруг еще кто-то появится. Теперь Алла уже никого не ждет. Она постоянно думает о том, что, может, если стала бы врачом, то ее судьба сложилась бы совсем по-другому. А как вы считаете, действительно ли знаменитым людям так сложно устроить свою личную жизнь? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!